3B, баскетбол, бокс, брейк-данс. Примерно такой была программа занятий на спортивной площадке молодежного центра. С азами разных видов спорта, упражнений на турниках и даже современного уличного танца юных саровчан знакомит инструктор Антон Козлов. По традиции, каждая встреча начинается с разминки. Антон подсказывает ребятам, как подготовить себя к разным нагрузкам. Я провожу разминку. Показываю какие-то базовые упражнения, например, если турники, это там подтягивания, подъем ног, там какие-то отжимания, там в брейкдансе какие-то пару, ну, не суперсложных, да, движений, потому что суперсложные движения у нас учатся там на тренировке, как бы здесь все-таки больше инструктаж. То есть показываю легкие движения, они сами выполняют. Важно не путать инструктаж с обычной тренировкой, отмечает Антон. Такой формат занятий отличается в первую очередь свободой. Ребенок сам выбирает, чем хочет сегодня заняться, и в любое время может сменить вид спорта или просто пойти домой. Энергии и драйва добавляет музыка. Каждая встреча получается особенной, поскольку ребята сами составляют себе план занятий. Многие приходят на площадку с родителями. Инструктор работает здесь каждый понедельник, среду, пятницу и воскресенье с 18 до 21 часа. Я бы хотел пригласить всех желающих, без различия какой возраст, какая подготовка у вас, приходите, будем тренироваться. Но помните, что как бы здесь я веду инструктаж. Инструктаж — это все-таки больше такая самостоятельная работа, но я вам помогу, все подскажу, объясню, поэтому приходите, жду. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей, Саров 24.